Так, ну здесь общепит, спрашивают ли здесь? А у кого спрашивают? Ну, пойду у кого спрошу. Hey, man. А, здорово, чувак. Слушай, ты не знаешь, у кого тут узнать по поводу работы? Стоит сюда заходить. Извини, чувак, работы нет. Слушай, а не знаешь, где тут еще можно попробовать? Иди в мол. Я там еще не спрашивал, но мне буквально работу на 2 дня надо, а там, я думаю, что все долгосрочно. Сейчас, дай, спрошу. Иди в отель. Вот там отель, иди туда, спроси, может быть, что-нибудь подскажет. Спасибо большое. Хорошо, иди. Можно, наверное, вот так ходить, если весь райончик-то обойду где-нибудь, да я что-нибудь найду. City Max, да, City Max отель. Прикольный отель. Нифига, тут что, можно поесть? Ну ладно, сейчас не буду. Hello, sir. Здравствуйте. Вообще-то я ищу такую частичную работу какую-нибудь. Вам не нужна помощь? Иди вот на ресепшн там, узнай. Здравствуйте, ищу работу на пару часов в день. Есть такое? Не, такой нету. А на постоянное можно устроиться? Ты можешь пойти и оставить свой резюме на ресепшене. И мы позвоним тебе. Ну, понятно, спасибо. Привет. Привет. Да, я хотел спросить по поводу работы. Да, оставляй резюме здесь. А где? Прямо здесь? Понятно. Ладно, мне нужно распечатать и принести, да? Но вообще вам что-нибудь требуется здесь? You're looking for somebody else? Да, мы, в принципе, постоянно в поиске. Okay. Классно, спасибо. Thank you. Так, ну часто говорят про резюме. Я не знаю, что написать в резюме. Что я искал работу в 32 странах. Или какая работа? Блин, что я умею, непонятно. Увидел печеньку там, пошел за печенькой. Пока я ее просто возьму, сохраню, но потом, знаете. Она так аккуратно лежит, такая красивая. Ну, вроде ее можно брать, она же не божественная. Вот так вот. Вот так вот. Хотя там она на голубином помете лежала, наверное, для голубей. Но, блин, какая классная эта печенюшка. Интересно, голубиный помет его можно есть? По-моему, можно, да? Буду считать, что можно, пока на сохранение возьму. Если уж будет как-то слишком сладкого хотеться, то с голубиным пометом поем. Ну, печенюшка такая мягкая-мягкая. Как бы ее сейчас не съесть, но не надо есть ее сейчас. Потому что у меня в 7 часов бизнес-ужин. Здесь начинается мол. В мол заходить сейчас много времени тратить, потому что туда пока зайдешь, пока что-нибудь найдешь. Пока выйдешь, уже жизнь закончится. Поэтому, наверное, я сначала до дома дойду. Переоденусь. В 7 часов надо ужин, да? 40 минут вроде как ехать. Ну, еще можно у кого-нибудь что-нибудь поспрашивать, может быть. Сейчас вот здесь налево сверну. Еще можно, конечно, вариант рассмотреть с этими. С мусорными контейнерами. В мусорных контейнерах я могу найти много чего. Но перепродать кому это не перепродашь, блин. Бизнес-империю не построишь.
подошел к дому, но что-то там многолюдно. Сейчас пришли все обедать. И около первого входа стоят, и около второго разговаривают. Поэтому рисковать не буду. В принципе, ну, хотел я другую футболку надеть, черную, чтобы она больше там гармонировала с чем-то. Да пофигу, не так страшно. Да, просто эту сумку уберу туда. Нормально, вполне. Сейчас проходил, мандарины увидел, походу. Пошел их брать. Два мандарина в копилку еды. Можно, можно найти. Начались эти путаницы в этом огромном центре. Куда идти, чё, кого, где метро? Кофемашина. Интересно, можно, может быть, кофе попробовать? Взбодриться немного перед встречей. Hello. Здравствуйте, а можно попробовать кофе? Да, конечно, какой вкус? Так, а какие у вас есть? Да, вообще, у нас есть все. Мы представительство. Ну вот это вообще ограниченная серия. Это миндальный пирог, черника или супер черный кофе. Ну вот давайте миндальный. А с молоком или нет? С молоком. То есть вот эта упаковка стоит... А сколько там внутри штучек? Слушай, чувак, это стоимость просто коробки. Она продается пустой. Спасибо большое. Круто. Thank you so much. Спасибо большое. Так, все, бодрость появилась для прыжка через турникет. Добираться написано 40 минут. Запомнил эту девчонку. В следующий раз, если другая, можно будет пробовать. А можно теперь вообще смотреть, где эти Nespresso установлены, и бесплатно кофе пить. Главное не дробить. Слишком долго там не ходить, не выбирать ничего. Придумать просто идти и все. Уже вот сейчас, по идее, мне надо выбирать, за кем я буду проходить. Можно выбрать русского человека, с ним есть что можно будет объясниться. Можно выбрать просто, который прикольно выглядит. Вот этот, например, с розовой сумкой. Ну давай, тип. Ты прикольно выглядишь. Ребятки, я прошел. Фух. Что, за мной никто там не идет, посмотрите. Не дробя зашел. Дорогая. Теперь также надо выйти.
конечно, на метро перемещаться, пусть и в час пик, но прекрасно. Я, блин, за 15 минут вообще уже в том месте, где был позавчера. Класс, я очень рад. За каким-нибудь одиночкой пройду. Ну или здесь тоже можно разыграть, что потерял карту. Пожалуйста, пропустите, можно так сделать. В общем, по такому же сценарию, как заходил, высмотрел человека, за которым можно пройти, и незаметно вышел из метро. Турникеты при этом пищат, но пищат негромко.